Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Татьянин дом. Меня зовут Татьяна. Живу я в Иркутской области, в деревне. Деревня находится 31 километр от города Иркутска по Качковскому тракту. У нас такой сегодня день, распогодилось, но на улице все-таки прохладненько. Где-то, по-моему, 0 градусов. Ой, у меня всходит этот, как он называется, сидираты. Так как я их посеяла вот так рядочками, так они и всходят. Что-то как-то они поздновато всходят. Сегодня было минус 10 градусов. Уже включили конвекторы везде, но на день я отключила, только на кухне оставила. Потому что там зверюшки тусуются, там прохладно. Вот. И замерзли у меня бочки. Я уже сегодня перевернула их. Вчера перевернула вот здесь, которая стояла на углу дома. А сегодня, потому что вчера дождь обещали со снегом. И думаю, оставлю ее. Но там, так как 10 градусов было, там все так замерзло. Вот такой слой льда, я его кое-как пробила сегодня. Пробила, но так как сегодня покров, я в землю не полезу, не буду ничего сеять. Вот, морковку посеялись завтра. И, скорее всего, в среду посею, потому что завтра у меня ужасно болит зуб. Не могла нигде записаться на удаление. Дозвонилась уже с миллионного раза городскую поликлинику, стоматологию в микрорайоне Солнечном. Здесь у меня, которая я в 9-й больнице прикреплена, там якобы хирург на больничном и удаляют только на Баумана, в Новоленина. Думаю, ну как так, куда ехать-то? Я даже не знаю, где это Новоленина. Нет, я знаю, где Новоленина, но это очень далеко. Потом думаю, блин, да что ж такое, да платный, там, где мне делали протезирование, дозвониться не могу, там номера, те, которые у меня есть, робот отвечает, что такие в сети не зарегистрированы, удалила их благополучно, думаю, ну и нафига они мне нужны. Вот, а те, которые в интернете нашла, сбрасывают, ну, якобы работают. Почему сбрасывают, непонятно. Потом уже адресу на декабрьских событий, куда я ездила, Экодент, работает. Но почему так неудачно, все, не пойму. Ну, поэтому я уже с миллионного раза дозвонилась в стоматологию, которая находится в Солнечном, городская. Ну, мне надо удалять там. У меня обломился зуб и сверху. И шатается, и очень больно мне уже, получается, вчера было так больно, сегодня уже температура у меня, думаю, елки-палки, это же какой-то кошмар. Поэтому без записи завтра поеду экстренно, как с острой болью, там сначала терапевт должен посмотреть, потом, я думаю, наверное, потрачу, наверное, полдня, поэтому я планирую с утреца поехать. Вот. Ужасно боюсь удалять. Ужасно боюсь удалять. Так что вот так вот. Не знаю, что завтра получится. Сейчас хочу одеться, пойти попробовать эту глину эту там повозить немножко. Получится у меня нет, потому что земля замерзлая. Но сейчас 0 градусов должна оттаять. Может, что-то и получится. Листву мне посоветовали не убирать сейчас. Пусть она лежит до весны, перепреет и потом пойдет как в компост, если там, если надо будет, а нет, так, ну, пускай лежит. Особо ее много-то и нету, а ее ветром поздувало везде и всюду, а так везде, где она висит еще, еще и ветер не оборвал, так сказать, листики. Ну и эту клубнику надо накрыть мне, потому что морозы уже большие. Ну, сейчас накрою. И пойду попробую эту глину покопать. Что вот такие дела. Да, сегодня покров. Поздравляю всех с покровом. Желаю всем мира, любви, здоровья, счастья, всех благ. Синички уже прыгают везде, скачут. Вчера вышивала очень мало совсем. Только вот этот зеленый
зеленое вот это и вот здесь вот ужасно болел зуб, ничего не делала, практически только делала, что спала. Я заказала краску вот такую для волос, и бальзам и шампунь такой вот. По отзывам, отзывы очень хорошие. Вот. Ну, я вязала вчера, тоже немножко вязала. Уже такой салатовый закончила и начала подвязывать вот такой вишневый. Вот так получается, симпатичненько, но тоже уснула из-за того, что вот болела. Уснула и плохо спала ночь, вообще мучилась. Метродент гель мазала на десну и на щеку там, потому что опухоль уже пошла. Вот такие дела. А так красивенько, видите, получается. Как-то пыльца. Вот. Не умею вязать квадраты, прямоугольники. Вот как начала, круглый он такой получится. Но потом обвяжу и будет симпатично. Ниток у меня предостаточно, очень-очень много. Вот, буду такую атмосферу вязать. Сферу такую вязать. Думаю, будет все красивенько. Дверюшки пух скидывают, все везде валяется. Пока шитье не шью ничего, ужасно все болит, поэтому вот то, что успокаивает, это, вышиваю, когда вижу, в основном вижу. Так, получается, поставила включенную духовочку, надеюсь, не залезли сюда. Я снова буду печь хлебушек, поставила, сделала тесто. Что-то, по-моему, я его как-то сильно включила. На 2 часа вот опару поставила. Выключу только, оставлю лампочку. Со включенной лампочкой температуру вообще отключила, потому что что-то сильно как-то нагрелось, и оно так быстро, стремительно начало подниматься. Мне не надо, чтобы стремительно, надо, чтобы в течение 2 часов. Лампочка включена, без конвекции. И поставила, пускай все будет. Сейчас это я уберу, помою и пойду в сад. Эти спят. Джина писал, пришлось все мыть. На полу налила немножко уксуса, пролила с бутылки уксусной кислоты. Все такая вонь, пришлось открывать окна, двери. И, короче, я сильно-сильно пролила. Выгнала всех на улицу. И потом уже только я все убирала, мыла. Вот, все нанюхались уксусной кислоты и теперь с ума сходят. Эти спят. Персик тоже спит, покушал и спит. Филюля сделает вид, что он тоже дрыхнет. Поэтому пойду доубираю, там все сделаю, крываю деревья, кусты, пионы тоже надо. Вот, поэтому пока не переключайтесь, потом я присоединюсь. У нас уже вечер, 7 часов вечера, я уже дома, закрыла, уже темно на улице, закрыла клубнику все, бархатцами там укрыла. По шейке эти кроны, не кроны, но эти, как они называются, между ствол, между землей и где шейка, получается, дерево, кусты, там все понакрывало. Вот, там оставалось, я выбросила, успела только одну тачку, побила всю кучу. Достаточно легко входила лопата, вообще легко, но может потому, что она замерзла, там промерзла несколько раз. Может, поэтому я уже всю ее пробила, досталось только вывозить это все дело. Вывезла только одну тачку, зашла домой ровно в 6 часов вечера, покормила Джея, и он тут обкакался, бегал, дурень. Пришлось убрать, и все, уже убрала тачку, все инструменты, и зашла домой. Смотрю, у меня уже хлеб поднялся. Вот я его вот смазала растительным маслом формы. Разделила на 3 формы. Вот этот будет большой точно, потому что больше половины, он уже даже поднимается. Вот сейчас посыплю кунжутом белым. Надо как-нибудь еще черный купить для разнообразия. А то только белый.
Вот, посыплю вот так. И будет 3 булочки хлеба. Опять нам будет где-то, наверное, ну, на... Так, сегодня что, понедельник? Ну, наверное, до воскресенья хватит. Потом снова придется в понедельник печь. Хлеб такой вкусный, поэтому мы его очень с удовольствием кушаем с молочком и так. Вот, записалась на удаление на четверг. Вот, завтра не поеду, буду мучиться завтра и в среду, а в четверг утром поеду. Ой, ё, как болит, вообще капец какой-то. Ну, вставлю на расстоечку сейчас. Минут 40, минут 30 постоит и буду печь. Вот такие дела. Может быть, что-то сварганю к чаю сейчас. Посмотрю, это печенье или булочки, или буду отдыхать. Надо дочку попросить, чтобы купила что-нибудь. Чая тут у нас ничего нету. Все эти гаврики спят. Этот мучится. Не знаю, что мучится. На ночь, получается, минус 8 передали. Сейчас этот пакетик уберу. Холодно. Я уже обогрев скважины включила. Вот. А так в доме еще нормально. Еще терпимо. Не успела сделать я крыльцо. Может, будет какой-нибудь день теплый. Я попробую там исправить эту дырку там, потому что там потом промерзать будет. Вот, поэтому такие дела. Всем всего хорошего. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. Покажу потом, какой хлебушек получился. Хочу показать, как тесто поднимается. Смотрите, видите, какое воздушное. Исходя из вот этого всего, да, то можно сказать, что вот в эту форму маргарин у меня это растопился, то в эту форму я переложила немного, но я как бы догадывалась, что я немного где-то вот столечко я переложила, и именно вот столечко я не доложила вот в эту форму круглую, потому что вот здесь в аккурат. Ну и она немножечко еще вот столечко приподнимется вот в этой. А в этой будет шапка через сверху. Вот такая, да. То есть в эту форму я не доложила. Ну, получается, в эту форму надо будет немножечко не докладывать до середины. Я сегодня, по-моему, не 3 стакана это воды теплой положила. Да не кричи ты. А 4 стакана. И у меня в аккурат получилось 3 булочки хлеба. Ну, получится оно. Вот дышит, видите, прям видно, вот как оно поднимается, опускается. Вот эта вот булочка хлеба. Закроем, пускай поднимается еще. Я уже духовку ставлю на 180 градусов. Не буду сразу ставить много, потому что когда... Не буду открывать уже. Когда, получается, хлеб пропечется, он, получается, стеночки-то готовы уже, да, корочка вся со всех сторон готова, а внутри-то он еще не пропекся. Поэтому надо нагревать духовку постепенно. То есть сначала 150-180 ставим, а потом можно, когда оно уже как бы будете видеть, что он схватился там, да, и курочка получается, можно немножко тогда прибавить. Я параллельно еще сделаю, сейчас растопился маргарин для выпечки. Я хочу сделать булочки-косички. Поставила парку, но ни сухих дрожжей мне не было. Посмотрела в интернете, сколько нужно вместо сухих. Сухих 7 грамм получается, а свежих в интернете прочитала 25 грамм. Ну вот они поднимаются, шапочка вот так хорошо. Еще получается, ну тут тенечек маленечко. Еще минут 10 пусть постоит, но тут не тепло. Ну, как бы тепло от внизу, от духовки. Я сейчас включила температуру.
Боже, как у меня болит зуб. Включила, и скорее оттуда пойдет тепло, и будет немножко побыстрее пенная шапочка. И потом я уже буду булочки делать. На булочке надо 300 миллилитров молока теплого. Ой, блин, крышечка отвалилась. 300 миллилитров молока теплого. Получается 25 грамм дрожжей свежих или 7 грамм сухих, 2 столовых ложки сахара. Размешать, поставить пару, чтобы подошла шапочка. Сейчас я сделаю. Потом одно яйцо, 30 миллилитров растительного масла, 30 минут сливочного масла или маргарина для выпечки, 1 столовая ложка манки и 2 щепотки соли. А муки получается по рецепту 600 грамм, но у меня уходит всегда не 600, и там 500-600 грамм где-то так муки. У меня всегда уходит килограмм муки. Как там 500-600 грамм, не знаю. Короче, буду. Я всегда делаю такие булочки. Нашей семье нравится. Дочка вообще обалдеет от них. Вот. Я уже показывала раз 10 этот рецепт. И мастер-класс у меня есть. И все есть там. Смотрите. По-домашнему вкусно. И домашняя выпечка есть. Как я приготавливаю эти булочки. Поэтому повторяться уже смысла нету. Просто покажу уже потом, как я сделала. Хлебушек получился великолепный. Вот. Ну, я хотела так три булочки и получилось. Вот это такой. Это тоже поменьше. Ну, а этот, как всегда, видите, что случилось у меня. Один бачок как бы не прожаривается, и он сырой. Я думаю, дело в форме. Надо мне купить форму. Видите, какой он? Одна сторона все равно у меня уже третий раз. Самое интересное, что я форму эту, может быть, я чистила щеточкой такой жесткой и что-то там сделала, повредила стенку. И вот так вот теперь у меня такой косяк. Это уже третий раз именно эта форма. Поэтому, скорее всего, мне придется покупать форму вот эту кирпичиком, потому что в этих-то формах она все испеклось нормально. Единственное, я положила меньше этого теста туда, ну, и оно не пропеклось. И он, естественно, видите, не пропекся, то есть он корочка, все, я на противень вытащила. Да, это надо будет посмотреть, что с формой. Потому что в других-то формах все нормально, видите, и он такой влажноватый получился. И уже вытащила, положила форму. Вот он поджарился. Ну ничего, бывает. Бывает косячок. Замесила тесто на булочке. Все нормально. Все хорошо, стоит на расстоечке. Буду делать булочки сейчас. Ну, что мы такой съедим? Будем щипать и слопаем. Такие вот хлебушки. Так-то, в принципе, он вкусненький. Еще хочу сказать по чаю. Сейчас покажу. Ну, баночки я вот сделала. У меня не было чай там из малины, там, да, допустим, травяной чай, там такого не было, на клеечках. Чай вот получается фруктовый, я наклеила чай фруктовый, прованские травы и мята. Ну и такие вот картиночки, цветочки. И здесь пчелка. То есть я затолкала туда смородиновый лист. Внизу, получается, лежит мята, мелисса. Сверху смородиновый лист. И вот я нарвала, уже подсушивается лист малины. Я потом его вот так вот поделаю ручками. Потому что он все равно в баночку зайдет.
покрошится. И вот стебельки, стебельки и веточки. Я вот заварила уже, сейчас помою, мне надо помыть. Этот, как он, противень у нас. Я уже заварила, вот такой чай получился. Светло-коричневый. Здесь получается, ну, все вот, что здесь в баночке. Мята, мелисса, смородина и малиновый листик. Достаточно такой приятный. Приятный. Вкусненький чай. Такой натуральный. Видела там на дверь все чашечки. Филечка, ты мой хороший. Ходит мурклит. Мурклит ходит. Такой приятный, мягкий, ласковый, теплый. Ну такая Шкода. Ребенок. Вот он бурчит. Ах, ты что делаешь? Веревочка на кабеле. Куда делась? Кто спрятал? Спрятай веревочку. Филя. Глазки свои абсолютно не будет. Куда дел? Ты фотоаппарат. Камера. Камера в руках, камера. Какие глаза. Не хочешь, чтобы я тебя снимала? Не хочешь? Зрел он, спит. Плачет во сне. Кто-то его обижает во сне. Персик охраняет миски. Да, Персик? Да не бойся, они не убегут. Все уже Аню ждут. Аня вчера пораньше приехала. Сегодня попозже. Нету еще. Она только на автобус села. 9:30 придет. Сейчас магазин еще пойдет. Ну вот и будет такой витаминный чай у меня. Я в прошлом году не сушила. Первый год, когда мы поселились, малины-то не было у меня. Малина была уже. Потом я посадила ее. И малиновый чай уже на второй или третий год я делала. Но я, нет, даже на третий и четвертый. Я ферментировала и замораживала. У меня еще есть баночки там в этом, как оно называется, в баре стоят. Там. Ну, я уже многие выпила, что-то выбросила. Потому что это, ну, запах появился такой неприятный. Вот это вот так. Потом пожуркаю ручками. Придется другую баночку, потому что сюда уже не войдет. Здесь уже под самую крышку запихнуто. Сейчас пожулькаю и поставлю снова подсушиваться. Натуральным способом все сушится. Так руки так пахнут травами. Вот такая красота. И вкуснота будет. Витаминный натуральный чай. Баночку только надо будет какую-нибудь подобрать.